Привет, друзья! С вами Антонина. И сегодня мы находимся, вот показываю границу Республика Коми с Архангельской областью. Правильно сказал? Да, да. Вот, время обед. Мы проголодались и идем в кафе. Кафе называется «Родник». Вот там собачка сидит, лает, облаивает. Наверное, все-таки там таежные леса. Медведь. И медведь там тоже идет кушать, потому что здесь вкусная еда. Как нам сказали, самая южная граница Архангельской области находится здесь. Вот, сейчас зайдем в кафе и посмотрим. Добро пожаловать. Вот, видимо, новенькое кафе. Такое. Вот такая красивая беседка здесь, трасса. А природа... Вот действительно природа северная, красивая. Мы туда не пойдем, дальше мы. Кафе «Родник», вот он как выглядит. Работает с 6 до 24 часов. Вот так красиво, да? Здесь у них гирлянды еще висят. Вот мы заходим в кафе. Вот как красиво, все под дерево. Второй этаж. Второй этаж, ну, может быть, у них в виде гостиницы, не знаю. Ой, кто-то обувь забыл, вторую обувь. Посмотрите, здесь очень красиво. Так, а в туалет надо заглянуть. Там света нет, но там все чистенько, красиво. Ну, мне надо все посмотреть. Вот такое кафе. Уютное. Буфет. Посмотрите, здесь наверху. Ой, интересно, видно будут? Какие-то обереги висят. Здесь волк с индейцем, что ли, или с кем он? Красиво. Красиво. Это ажурно. Смотрите, как здесь предусмотрено. Очень красиво. Это инь-янь с месяцем. Я, конечно, могу перепутать, не знаю. Телевизор громко работает. Но очень красивые обереги висят при входе в кафе. Мороженое продают. Вот информация. Телевизор. А стулья, посмотрите, стулья красивые, деревянные. Картины вот такие висят. Ой, с ложкой вон обережка стоит. Велеть. Ой, ну здесь так интересно. Велеть. Написано. Какие-то бережные куклы. Очень красиво. Столы, стулья. Красиво. А картина какая? Ой, сюжет оленей. Лося. Это шикарный сюжет. Смотрите. Это как раз мой сюжет. Я люблю вот такие. Я художник, я люблю вот эти картины рисовать тоже. С зимним сюжетом и с лосями. Ой, шикарная работа. Здесь. А посмотрите, рушник вот висит. Здесь спас вседержитель. Ну, очень красиво, уютненько. Вот нам уже здесь капусту принесли, мы здесь пельмени заказали, сейчас будем кушать. Вот. И с этой стороны тоже вот красивые обережные такие пюрышки висят. Ну вот, у нас время обед. Всем пока. С вами была Антонина. До новых видео. Кручу-верчу телефон.